Всем привет, ребят. Еду в город. Остановился, чтобы заснять небольшой видеоролик. Почитал я комментарии. И многие потеряли меня, спрашивают, где я, почему нет очередной серии. Хочу сказать, дело в том, что я сейчас 3 дня был в тайге на второй избе. И вчера вечером только я приехал. Сейчас еду в город и думаю, еще 3 дня еще видео не будет на канале. Так что придется чуть-чуть потерпеть, подождать. И дальше уже пойдут массово пойдут фильмы. Этот поход, который был, закончил, там 1 или 2 серии осталось. И уже после него выйдет очередной фильм. Тоже поход на вторую избу. Так что канал работает. Не теряйте, все нормально. Оставайтесь на канале. Видео будет. Видео уже снято и немало. Сходили мы с Туланом, съездили с Туланом, бродили по тайге, охотились, быт у избы, рыбалка. Как все происходило, вы уже увидите скоро. Так что вот такие новости, ребят. Всем пока.